В микрорайоне Заречный в Улан-Удэ возобновили работу муниципального маршрута номер 9. Он был остановлен из-за летней невостребованности. Основное назначение данного маршрута – перевозка учащихся и работников, проживающих в районе улиц Кабанская, СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай», до нового корпуса школы номер 8 по улице Автотранспортная. Отмечу, что в учебное время по этому маршруту работают автобусы ПАС и Волгобас.